Извлечь алмазы с помощью канифолии. Валроса представили уникальный аппарат. Лабораторный экземпляр термогизионного сепаратора привезли ученые из Якутска. Метод работы оборудования основан на теплопроводимости алмаза. Мелкие кристаллы попадают на конвейер, обработанный канифолью. Под действием температуры алмаз расплавляет канифоль. Камень остается на ленте, лишнее выпадает. Внедрение аппарата ускорит и упростит отбор мелких алмазов. Сегодня в цехе окончательной доводки этот процесс осуществляют вручную. Специалисты, которые работают в обогащении, так, в части обогащения, они практически все сюда приходили, посмотрели и ознакомились. И дали положительное заключение.